Красноярске утвержден список дворов, в которых в этом году проведут благоустройство в рамках федеральной программы, инициированной фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. Однако после ее утверждения у многих горожан все еще оставались вопросы. Ответить на них постарались депутаты и руководители городской администрации. Подробности у Дениса Денисова. Мы на 126 вошли в программу, а мы остались как бы в городе. А у нас был совмещен, и получается, что полдвора мы сделали, а полдвора нет. Это один из самых часто задаваемых вопросов на встречах. В администрации Октябрьского района собрались горожане, чьи дворы не попали в программу ремонта нынешнего года. Всего в городе получили 404 заявки. Но в этом году работы пройдут только по 204 адресам. 11 числятся в резервных списках на случай появления сэкономленных средств. Остальные в приоритетном порядке переносятся на 2018. Задача депутатов и администрации сейчас объяснить жителям, что программа благоустройства не только будет продолжена, но при необходимости обязательно учтет их новые пожелания. Имеете ли кое-какие еще шаги, которые необходимо нам осуществить для того, чтобы и сомнения развеять, и чтобы ситуация там, где она развивается не так, как нужно, можно было поправить. Одна из особенностей программы этого года – софинансирование работ собственниками. На ремонт дворовых проездов, освещение, скамейки, урны владельцам нужно будет внести не менее 2% от стоимости благоустройства. В случае софинансирования на 20% можно обустроить парковку, детскую или спортивную площадку, дополнительно озеленить территорию или установить баки для раздельного сбора мусора. Сами порой вопросы председатели решить не могут. А когда вот здесь на совещании собираемся, естественно, между собой переговорим, услышим от власти что-то, какие-то определенные моменты, от депутатов, от исполнителей. Естественно, такие надо проводить, я считаю, чаще. Кстати, у тех, кому не удалось попасть в программу на этот год, будет возможность доработать проект своего двора с профессиональными архитекторами. Мы будем устраивать такие встречи в районных администрациях совместно с Ассоциацией архитекторов. И с их привлечением те дворовые территории, которые пожелают свой дизайн-проект привести в более такой интересный, найти более интересные решения, то будет время для того, чтобы это сделать. Принять участие в программе можно было через заявки от инициативных групп домов или при помощи сайта благоустройство24.рф. Это также можно будет сделать в течение ближайших 5 лет, пока действует федеральная программа. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал.